30 мая на 54-м году ушла из жизни российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Широкую известность актрисе принесла роль Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Также снялась в фильмах «Кот апокалипсиса», «Жених по объявлению», «Женщины на грани», «Отдел», «Провокатор» и многих других. Долгое время Анастасия боролась с раком головного мозга. О ее болезни стало известно в 2019 году. С тех пор актриса не появлялась на публике. Вечная память. 29 мая на 60-м году ушел из жизни российский актер Роман Клементьев. Снялся в таких фильмах, как «Универ», «Новая общага», «Морозова», «Мотив преступления», «Живой», «Полицейский с Рублевки», «Новогодний беспредел», «Я худею», «След», «Анютины глазки», «Годунов» и многих других. Причиной смерти актера стала раковая опухоль. Вечная память. 31 мая на 35-м году ушел из жизни российский актер Дмитрий Липинский. В 2013 году сыграл в сериале «Петр Лещенко. Все, что было». Позже появился в сериале «Тихий Дон». Причины его смерти не уточняются. Вечная память. 2 июня на 85-м году ушла из жизни советская российская актриса Инна Алабина. Часто появлялась на экране в фильмах-спектаклях. Работала на радио. Была соведущей программы «Здравствуй, товарищ». Вечная память. 2 июня на 95-м году ушла из жизни советская актриса Агния Еликоева. С 1955 года снималась в кино, исполнила роли в фильмах «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Ищу человека». В начале 90-х уехала в США. Вечная память. 6 июня в результате несчастного случая погибла российская актриса Анастасия Голикова. Ей было всего 28 лет. Анастасия окончила театральный институт имени Щукина, играла в театре Вахтангова, в театре наций. Вечная память. 7 июня на 63-м году ушел из жизни российский актер Владимир Лопытов-Тагадов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Снялся в фильмах «Дорогой мой человек», «Дело номер А», «Я тебя не отпущу», «Счастье не за горами» и других. Вечная память. 9 июня на 75-м году ушла из жизни российская актриса Вера Высочина. Сыграла роли в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег», «Чужой», «Слово женщине» и других. Причина смерти не обнародована. Вечная память. 10 июня на 74-м году ушел из жизни российский актер Николай Спалатов. Появился в фильмах и сериалах «Вот моя деревня», «Псы», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Преступление и наказание», «Бабье лето» и многих других. Умер из-за тяжелой и продолжительной болезни. Вечная память. 11 июня на 46-м году ушла из жизни российская актриса Гала Самойлова. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Исполнила роли в фильмах и сериалах «Агент особого назначения», «Морские дьяволы», «Сердце ангела», «Такая работа», «Мажор 2», «На тебе сошелся клином белый свет», «Анна Медиум» и многие другие. Вечная память. 14 июня на 62-м году ушел из жизни российский актер Игорь Меркулов. Широкую известность получил в школьные годы благодаря съемкам в кино. Он исполнил главные роли в детских фильмах «Включите северное сияние», «Птицы над городом», «Побег из дворца» и «Венок сонетов». Также снялся в комедии «Ты мне, я тебе» и детективе «Следствие ведут знатоки». Причина смерти не сообщается. Вечная память.